Почтовики Югры закрыли навигацию. В округе половина всех почтовых отделений расположены в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах, добраться до которых летом можно лишь водным транспортом. За минувший сезон речной навигации югорские почтовики сделали почти 450 почтовых рейсов, доставили 200 тонн почты. Это посылки и корреспонденция, пенсионные выплаты и пособия, продукты и всевозможные товары. С недавних пор жители удаленных территорий стали активно заказывать товары из интернет-магазинов. В период межсезонья до открытия зимников и ледовых переправ почту будут доставлять самолетами, вертолетами и судами на воздушной подушке.